Всем-всем огромный привет на моем канале. Это видео скорее для тех, кто любит всякие эксперименты и вкусняшки из перемолотых фруктов и овощей. Ну и для тех, кто ищет разнообразие пищи и типа вот сейчас как куплю блендер, ага, и всякие рецепты похудейте. И как худеть начну, буду пить каждый день теперь и овощи, и фрукты, и молочный коктейль. В общем, теперь попрет у меня. Я примерно из этой же партии старальцев и умельцев. Несомненно, вещь очень классная, она где-то у меня в пользу где-то больше полгода, месяцев 8, и она, ну что, даже не придраться, мощная, сильная, не знаю даже что описывать, все с ней хорошо. Но вот в силу моего мимолетного увлечения, может быть от лени отчасти, для меня эта вещь что-то подобное приобретение, как оказалось, хлебопечки. Купил ее в свое время, хлебопечку, и вот теперь думаю, сейчас как буду хлеб каждый день свой печь, есть его и есть, ага, точно, так и произошло. Осталось только типа купить мешок муки и всяких там вкусняшек, прибамбашек, и хлеб только свой. Но месяца два побаловался, и потом идешь в магазин, стоишь, проходишь иногда мимо булочной лавки, покупаешь, ай, сегодня печь не буду. В следующий раз также повторяется, ай, мыть неохота, в следующий раз делай, и дай бог, это сейчас печка заводится раз в два месяца. Ну, я надеюсь, вы не такие, как я, ленивцы, и купите этот блендер, и обязательно все у вас получится, и цели ваши, и мечты, и, я не знаю, все исполнится, но не будьте как я. Начнем с этого. Ну так вот, вернемся все-таки к делу, не буду описывать что да как, просто пишу свое впечатление от обладания этого блендера. Ну, по характеристике он просто реально мощный, всего три кнопки, крутилка. По кнопкам его прямое предназначение — это смузи, очистка и колка льда. Ну, ничего такого необычного. И вот есть импульсный режим, повернул влево, он начинает импульсно заводиться и что-то там, скажем, допиливать твою работу. А, или там наоборот, там какие-то фрукты просили, там нужно их не приподнять. Ну, бывает такое, если ты крупно нарезал. И вправо ты нажимаешь нужную скорость и будет долбить, пока у тебя не отключат за неуплату. Ну, выполняет он все отлично. Единственное, что мне не понравилось, ну, такое замечание, ну, сколько я их не искал, но от этого бренда, с двухлетней гарантией, кстати, и нашел только такое, за 7000 рублей, и здесь бы хотел бы, конечно, увидеть, ну, может быть, это наглость, но с таймером было бы здесь намного круче и намного удобнее, ну, для приготовления всяких блюд, он может мешать довольно медленно, и вот таймер здесь реально не хватает, но таймера этот производитель предлагает уже за другую цену. Но, увы, имеем пока за такую цену такой бренд. Ну, такую модель, соответственно. Кстати, ради эксперимента даже клал целые морковки, крупно нарезанные яблоки там на 2-4 части. И вот импульсно я их просто поднимал. И перемалывает все в труху, ему пофиг. Ножи очень острые, крепкие. В общем, это даже вариант для самых ленивых, перемалывает все, ему пофигу. Иду далее. За время пользования, это примерно где-то 8 с лишним месяцев, как я и говорил, проблемной оказалась только ручкой. То, что мы крутим лево-право, ее реально начало заклинивать. Ну, она в сторону импульсного режима, ее она просто как бы подцепляется, как будто там что-то пересохло, и она как бы не дает вернуться. Выглядит, ну вот, как бы не передать этот на видео, но выглядит такая она, ручка сама такая тонюсенькая, пустотелая, шатается и выглядит довольно дешман. А в остальном мне очень понравилось исполнение графина. Стекло очень толстое, очень приятное, закругленные там края, герметичная резинка, то есть не порезаться. Вот с графином все то, что нужно. Мне очень реально понравилось. Понравилась еще, кстати, отличная задумка. Это место слива есть дырочка. Ну, там помыл, может уже поставить, но и эта вся вода, конечно, утечет вниз, но придется там что-то все-таки постелить, чтобы эта вода все-таки куда-то делась. Ну, идея очень хорошая. Ну так вот, что оказывается у меня по итогам? Аппарат просто для меня оказался отличным приобретением, и в то же время это довольно простой аппарат. Ну, не подумайте, что я пытаюсь противоречить самому себе. Есть другие там производители, там Porsche, Kenwood и все такое, но
Этот аппарат, вот, как я и говорил, довольно долго мне в использовании, и с ним не возникло никаких проблем. Он перемалывает все, что ему суешь, чистит, и все-все делает, и без всяких каких-то проблем. То есть с ним у меня проблем до сих пор не возникало. Сперва хотел выбрать Bosch, но он оказался подороже, и гарантия 1 год, здесь же 2 года гарантия, и какой-то модель там сален была у Bosch. Не знаю, насколько он тихий, но этот реально громкий. Ну, не знаю, у кого какая психика, но с утра втихаря ты смузи в однокомнатной или двухкомнатной квартире у тебя не удастся сделать, иначе все встанут со своим смузи, и в следующий раз, я думаю, этим смузи тебе дадут по голове. Ну, и к этому, в общем-то, решение пришел, потому что, ну, я не пилю его с утра, а мне нужно обычный смузи. Так что делайте видео и для того, чтобы смотреть больше отзывов и принять правильное решение покупки. Так что всем до новых встреч, берегите себя и своих близких. Всем удачи, всем пока-пока. Редактор